приветик. Ой, ты ударился. Доброе утро. Какое доброе утро? Добрый день. Каролина, заполни свою книжку. Подружка тебе дала. Пожалуйста, сегодня, завтра ей отдашь Фройндебух. Окей? Кто тебе разрешил круассан брать? А мне кто не дал? Это ты покрасила? Да. Это Каролина красила, Макс. Она в школе красила. И почему же Каролина? Какой красивый. У меня тут мята растет. Мята. Пахнет очень вкусно мятой. Мята. Я же говорила, что пойдет дождь и травку польет. Пошел дождик. Кто тут комара прибил? И не вытер стекло. Я не вытер. Так нужно вытирать же. Сегодня 29-е. Снимаю влог 29 апреля. Да. Папа тут все разбирает счета. Видите, какая стопка. Это все счета, которые нужно оплатить за месяц. Не хочу, я зайки положу. Да, на всю. Как у тебя дела? Тебе больно? Бонька укусила вчера. Где у тебя болит? Боня ее вчера укусила. За бровку. Болит? Мама, где Боня? Каролине уже лучше. Ей даже стало легче еще в тот день, когда ей было плохо, когда она отравилась. Сейчас уже все хорошо. Животик не болит? Как она отравилась? Ну, она, мне кажется, переела этого печенья. Желудок просто не хотел переваривать. Еще ребята спрашивают, почему девчонки не снимают видео. Мы не снимаем видео, потому что нет у нас лампы. Папа забрал нашу лампу и одолжил. Его друг попросил на пару дней лампу нашу, и все, и уже больше недели нам ее не возвращают. Нужно ехать и забирать, поэтому мы не снимаем сейчас. Пицца с сосисками и с сыром. Только немножечко, потому что здесь уже есть сыр. Просто чуть-чуть сверху подсыпь. У Ксюши все-таки компьютер не работает. Она его хоть и почистила, хоть она его пропылесосила. Он все равно выключается. Ну, когда я его включаю, он так... Именно когда ты игры включаешь, да? Нет, когда я включаю. А, когда включаешь. А когда ты играешь, он выключается? Да. Да? Ну, короче, в общем. Этому компьютеру уже, наверное, года 3-4, да, точно. 4 года это точно ему. Может быть, он уже все? Не тянет он, в общем, игры. Не знаю даже. Давай, выходи, Ксюш. Да, мам, сейчас досмотрю еще. А то уже подписчики пишут, почему Ксюша постоянно в компьютере сидит. Я говорю, подписчики пишут, почему Ксюша постоянно в компьютере сидит. Просто я ее снимаю, когда она за компьютером. Она на самом деле, конечно, не целый день сидит за компьютером, просто я к ней подхожу с камерой постоянно, когда она там. А так она и гуляет, и на улицу ходит, и с Маргаритой они ходят гулять. Не целый день она за компьютером. Собираем коробки. Макс и Каролина. Игрушки и книжки. Ты сама написала? Я правильно написала? Каролина вообще-то пишется. Игрушки и книжики. Не ше, а же. Где к? Же, как жук. Вот так, крестик и посередине. А, я понимаю. Где к? МК. Убирай то, что не нужно, или вообще даже выкидывать все, что не нужно. Что выкидывать? Я не знаю. Я просто все собрала. Вот это посмотри что-то. Нет, надо уже смотреть то, что выкидывать. Теперь Ксюша. Это открыть и вот эти пазлы странные. Ну, вот это, может, наверное, скорее всего, отдать нужно, потому что они уже это не делают. Это для маленьких деток. Коробки лежат. Макса машинки. Тут тоже лего, все такое. Так, а здесь одна коробка. Это нужно нам отнести в Каритас. У нас есть одно место, куда можно отвозить вещи старые, игрушки. И они их забирают, конечно же, бесплатно. И потом их перепродают. В общем, вот это вот более-менее здесь игрушки такие в хорошем состоянии, но они нам не нужны, которые можно отдать. Вот, и полочки такие вот стали пустые. Оставили некоторые игрушки, чтобы они играли. Вот. Ну, чтоб уже хоть что-то лежало по коробкам. И это все вот выбросить. Это тоже. Вот этого жалко выкидывать, но... Жалко его выкидывать, но у него потерян носик, у него потерян ножки. Вот одна ножка потеряна. Не знаю, что с ним делать. Так, вот. Сейчас буду это все запаковывать, подписывать. Вчера я, называется, почистила газон. То же самое.
Ветер надул. Все опять попадало. Может, их потрясти вот так вот, чтобы они быстрее упали? Надо взять их. Ну и что? Немножко поскидывала листья. Вон тот угол вообще не скидывается. Трясешь, трясешь, и листья еще так крепко сидят. Тимургуша, какая штука. Как она называется вообще? Попит. Тренд 2021 года. Эй, что она ausstocksen sind. Хоп, хоп, хоп. Где так всех? Где Каролина одна дома? Все ушли в школу, в садик. Каролина дома. Мы продолжаем искать дома, куда нам переехать, где будем жить. Можем никак найти. Ну, вообще, мы находим дома, но их, да, мы не успеваем, в общем, даже договориться, как что спросить, как их уже забирают. Дома очень хорошие, недорогие, и их очень быстро разбирают. Поэтому мы не успеваем. Сижу, вот нашла один домик. Ну, наверное, я так понимаю, многие уже знают, догадались, куда мы собираемся уезжать. Это Испания. А вот такой вот домик. Очень большой. По цене, в принципе, нормально так. Не сильно дешево, не сильно дорого. Среднее. Ну вот, смотрите. Такой вот дом. Здесь, кстати, два бассейна. Один бассейн, вот это вот очень мне понравилось, я, наверное, вот это правда такое растение. Один бассейн на улице большой и один бассейн в доме. Здесь один бассейн, а вон там еще один бассейн, он подогревается. Здесь 5 комнат, мы ищем дом не меньше 5 комнат, потому что нас много и каждому нужна своя комната. Вот он, видите, вот тут маленький такой, я так понимаю, что это джакузи, либо это для деток. И вот большой бассейн, вообще круто. Бассейн, он очень большой. Вот посмотреть, он очень большой. Вот здесь вот находится бассейн. Вот эта земля, это вся их земля. Вот так вот все идет. Но здесь они как бы огородили. Прикольный такой, красивый. Еще один домик, тоже неплохой. Он подешевле. Вот бассейн. Мы, конечно, обязательно хотим, чтобы был у нас бассейн свой. Не общий, а именно вот наш бассейн. Вот такой вот домик. Здесь тоже 5 комнат. Тоже красивенький, с ремонтом, комнатки. Тоже неплохой, он подешевле. Такой красивый, аккуратненький. Я хочу спросить. Прачечная. Ну вот, видите? Вот, это второй такой вариант. Так, и последний домик, он прям, смотрите, с видом на море. Представляете, какая красота? Бассейн свой. Такой вот участок. Терраса. Внутри тоже так интересно. Окно какое панорамное, прям вид на море. Это вообще прям мечта, а не дом. Кухня такая тоже интересная, плитка на полу. Прям старинная. Так, это комната, смотрите, комната и балкончик, прям вид на море. Ну, это вообще прям... Вот, получается, аренда 2000 евро в месяц, 360 квадратных метров, 5 комнат. Это вообще дешево. Такой дом вообще стоить должен минимум 5000, как бы не больше. Вот, но 2000 это вообще просто, это просто даром. За такую цену дом просто невозможно найти. Тем более с видом на море, прям первая линия. Написали им, но нам еще никто не ответил. Не знаю. Мне кажется, на этот дом просто очередь сразу будет огромнейшая. Смотрите, какой вид крутой. Вообще супер. Красотища какая. Очень красиво. Вот так вот сижу каждый день, ищу дома. Каждый день, каждый день. Какой вам домик больше понравился, пишите в комментариях. Первый, второй или третий? Мне вообще третий понравился. Первый, он очень большой. Прям нам бы хотелось, чтобы земля была большая тоже. Ну пойдем гулять. Пошли. Давай. Где поводок? Только начинаем ей доверять, отпускаем ее без поводка. Все, она замечает это, она понимает, что все, за мной не следят, меня отпускают. И убегает за двор. Давай, гулять. Гулять. Конь, это улитка. Нельзя. Нельзя. Иди гуляй. Что у нас сегодня на ужин? Рис, сосиски. Тут нарисована спаржа.
но не знаю, с рисом все равно вкусно. Просто с рисом. What does typical day look like? You wake up and go to this job and cook. What do you need to be good at? You need to be good at cooking. What skills do you need? You need to cook good, to calculate well, to be good in tasting, and to be good in tasting. Why do you want to do the job? Because I like to cook. Do you have questions? No. Вот так вот. Волшебная кастрюля. Знаешь, что я потом буду делать? Какой секрет? Я вот так возьму с этой штукой, которую так вот разогрею, и сделаю очки. Я в ТикТоке видела. Вы же пробовали так делать, не получилось. Сегодня дождик, поэтому буду я сушить в сушилке. Это на улице не высохнет. Эксперимент от Ксюши. Точно знаешь, как долго так будешь? Я уже так делала, но у меня не получается их склеить. Сейчас возьмет, сломается. Нет. Фу. О, расплавилось. Теперь что? Воду. И все. Застыло. Аккуратно, мам. Ну вот так у меня не склеивалось. Я не знаю, как вот так. Надо сильно расплавить. О, все, все, пошло, пошло, пошло. Вот, а потом можно разрисовать, мам. Очки получится. Так, вынет. Давай еще одну. Ой. Она ломается быстро. А как приклеить? И с суперклеем тоже не работает, да? Ксюша у нас. Максу нужно повторить слова немецкие, завтра в садике будет. Будут спрашивать его. Пусть он говорит, Ксюша. Маргоши дома нет, она ушла к подружке с ночевкой. Завтра утром она пойдет вместе с ней в школу. Смотри, что она там делает. Ты сладко там лежит. Балдеет. Ну, Каролина. Ну, она так хорошо лежала. Все, собираемся спать. Мама, спать. Будет спать. Джудик? Бонни. Нет, она будет с нами. Она с нами всегда спит, да, Бонь? Пойдем, моя принцесса. Вот. Баньки, пойдем? Пойдем спать. Ой, мой сладкий такой. Хомячки, как там поживают наши хомячки? Привет, карапуз. Привет, карапуз. Там Ксюшечка что-то ходит по голове. Ходит, 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 ходит. Тебе не нравится хомяк? Скажи, с ним не поиграешь, не побегаешь, мячик не погоняешь. Скучно, да? Скажи, ваш хомяк скучный. Ксюнь, вот и Кики. Ксюнь, вот она Кики. Кикусечка маленькая. О, сейчас она тебе там будет. Кики. Ой, запуталась. На волосах сейчас запутается. Кики. Эй. Пойдем сюда. Вот так. Малышка. Бегает еще. Живчик. Ты живчик маленький. Всех спать уложила, теперь могу посидеть спокойненько. Я хочу найти рецепт, чтобы испечь пасхи. Именно хочу вот прям хороший рецепт, чтобы получилось. Вот здесь также рецепты, рецепты, рецепты. Мне нужно как... Так, а мне нужно найти, как можно сделать... Лайфхак, в общем, как сделать. Тут даже яйца показывают, как покрасить. Когда я была маленькая, я помню,
Бабушка с мамой, они пекли пасочки и использовали, знаете, после, вот, после кукурузы, после горошка, вот эти металлические баночки. Я совсем забыла, у меня столько их много было, а теперь ни одной. И сейчас я поищу какой-нибудь лайфхак, как можно придумать, из чего можно сделать формочки. И в субботу буду печь. Ой, спать хочу. Здесь только вот один такой лайфхак из бумаги для выпечки и фольга. У меня, в принципе, это есть. Ладно, ребят, буду я заканчивать влог. Кстати, нашла очень много способов, чтобы покрасить яйца. Завтра будем красить яйца. О, я же хотела себе сделать маску, так и не сделала. Ладно, сделаю утром. Все, уже поздно, уже час ночи. Не буду ничего делать. Всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Пока.